изначально страховая компания играет не по своим правилам, которые сама же устанавливает. Поэтому и возникает противовес. Возникают эти автоюристы, которые пытаются вот на этом деле помочь автомобилистам просто получить собственные деньги. Ну вот вы какие-нибудь механизмы выхода вот из, скажем, такого кризиса, что ли, вы видите? Может быть, есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, к сожалению, я не знаком настолько глубоко вот с этими законодательными, как говорится, движениями. Да, и мне это на самом деле не очень интересно с точки зрения законотворчества. Я все-таки хожу по земле. Автомобилисты начали предъявлять претензии страховым компаниям за ремонт машин в рамках ОСАГО. Вместо живых денег предлагать отремонтировать автомобиль. Друзья, всем привет! Вторую серию начинаем с того, что мы стоим возле китайского бампера, который будет стоять на RAV4, который сейчас в малярке, вернее, его детали будут в малярке. Наш маляр его готовит, обдирает до металла, потому что деталь ремонтная, да, там несколько слоев уже материала, поэтому для того, чтобы достичь оптимального на выходе результата, необходимо начать все по новой, грубо говоря, то есть вскрыть, да, все эти недостатки еще раз. Вот сейчас мы снова с Федором Васильевичем поговорим о конкретно тайваньской запчасти, которая будет стоять на машине и которая имеет ряд технических недостатков. Бампер поставляется без отверстий под форсунки фароумывателя. К тому же сам пластик не в тех, в качественных, грубо говоря, параметрах находится, каких должны быть. И, Федор Васильевич, давайте с вами объясним людям, в принципе, как вот, почему, что не так вот с этим бампером и что предстоит сделать. Ну, во-первых, оригинальный бампер, он приходит в коробке, он идеален, либо грунтованный, либо нет. Разницы нет, может быть и грунтованный, и он имеет идеальную форму со всеми вырезами, которые мы должны были сделать, со всеми краями. Здесь после формовки все края острые, и их надо будет стачивать по машинке. Машинкой на нет стачить, чтобы их вообще не было. Не было ни кромок, ничего. То есть вот эти части, все вот эти, все краешки, все вот это. Потом, что тут? Тут нету ни одной ровной детали, ну, ни одной краешки ровной поверхности. Все кривое, скажем так. Все нужно выводить машинкой, потом доходить до шпаклевания. Шпаклеванием, потом грунтом, и на выходе получится то же самое, что и новое. Но в любом случае это не новое, не оригинальное. Состав пластика чуть другой, и в любом случае точности, как в оригинальном, не будет. Визуально он будет такой же ровный, все нормально, на выходе. После того, как поработает подготовщик именно, тогда будет он уже ровный. Но в любом случае, вот эти все поверхности, они все кривые. Вот. Вот здесь вот эта часть, вот здесь шпаклеваться будет. Вот эти все грани. Дура пластик до машинки доводится до ровности, насколько это возможно, ну, мелкой широковатости, то есть неровности. А потом уже путем шпаклевания, грунтования, ну, в смысле, с материалом доравнивается до конца. Ну, естественно, поскольку он совсем мягкий, не такой, как это самое. В него большее количество эластификатора добавляется в грунт и в краску. И тем самым он становится более-менее эластичным, то есть он никогда не треснет. Ну, шпаклевка по пластмассу и, в принципе, универсальная шпаклевка имеет свою эластичность, достаточно нормальную эластичность для того, чтобы он не сломался. Естественно, если от прямого удара или там от механических воздействий он все равно поломается или шпаклевка треснет. В любом случае, если сильный будет удар, эластификатор не спасет. Вот. То есть, получается, вот за вашу практику, вот сколько, да, вы уже давно этим занимаетесь, ну, было ли такое, что вообще тайваньский бампер, либо китайский бампер, вообще просто будем называть их китайщиной, нормальный? Нет. Так, чтобы все взять и покрасить сразу, как и оригинально. То есть, такого. Получается, теперь мы втыкаемся в следующую проблему. По единой методике мы должны будем покрасить его как новый, как в принципе просто там заматировать его и покрасить. Получается, по новому закону есть возможность установить тайваньские детали вместо оригинальных,
тем самым мы получаем бампер, который необходимо ремонтировать. И те временные трудозатраты, которые потребуются мастеру на приведение этой детали в порядок перед покраской, это сравнимо, сопоставимо, наверное, просто с бампером, который вот требуется восстановить. Да. Ремонтный бампер, просто снять то же самое, как будто с бэушного бампера снять материал, если он целый, и все, с этой же самой модификацией. И даже будет лучше, чем тайваньский, потому что если оригинальный был бампер, он все равно ровный. Просто снять материал легче, чем довести вот этот новый до состояния ровности. Там просто материал снимается, все, уже опять ровно, идеально. То есть, если оригинальный бампер взять, и он не битый, ничего, просто снял материал, можно мокрый помог ему попасть. Определенно, все. Ну, и причем это не самое меньшее зол, что, в принципе, возможно для бампера. Бывает такое, что они меньше, они короче, они не такие абсолютно. В зависимости от производителя. Есть там цеховой Китай какой-то, есть, допустим, какой-то фирменный, там есть у них свой бренд какой-то, допустим, да, и они более точные, и формы у них точные. Ну, есть вообще какой-то, как резина, говорит, берешь его, ну, так раз его, ставишь, он весь свисает, его даже не покрасит, ничего. У него вообще 90% эластика добавляет, чтобы он... Можно было его на место поставить, пока будет на место вставлять, чтобы он не сломался, не треснул. Краска не треснула. Я просто вот хотел остановиться вообще на понятии оригинал, не оригинал. Это достаточно такое размытое понятие, потому что нашими, естественно, какими-нибудь там ГОСТами это никак не регулируется. Нужно для себя разграничивать следующее, что есть производитель автомобилей, и в принципе, касаемо по детально, машину никто сам не производит. То есть возьмем BMW. Салон BMW не шьет. Да? То есть кресло, кожа, они не собирают на заводе свой там салон. Они не делают для себя оптику, они там не производят какие-то системы безопасности, тот же самый ABS, тот же SRS. Это все есть сторонние поставщики, с которыми заключены договора, которые прошли заводскую сертификацию. То есть они одобрены заводом, тем самым мы вот смотрим на лобовое стекло. Если мы видим Asahi, вот это AGC, да, и видим сверху Toyota, то получается так, что с конвейера на выходе мы получаем просто Asahi AGC и Asahi AGC, который сертифицирован Toyota. Тем самым Toyota берет на себя гарантийные обязательства вот именно по этому стеклу. То есть, в принципе, ничем не отличается. Поэтому, а есть вот такой вот неоригинал, да? То есть, если мы возьмем этот бампер, это конкретно, по-моему, API. Не знаю. По-моему, это, кстати, API. Да, есть фирма такая. В принципе, плюс-минус, там, ну, на троечку бывает детали у них, да. То есть, но тут вес деталей по цене. Одно дело, оригинальный бампер порядка, там, по-моему, 16 тысяч рублей. Причем я оптовую цену называю. А здесь это 3-3,5 тысячи рублей. То есть нужно понимать, из чего нивелируется. То есть, как вот. То есть это качество, детали. И страховые компании, заключив договор с автосервисом, дав возможность по закону устанавливать Тайвань, вводит людей в тупик тем самым, потому что на это же нужно потратить время, материал и работы. И это, естественно, деньги. Профессиональная работа. Любой непрофессионал это не подготовит ровно, точно не сделает. Вот, да, еще это интересно. Очень трудоемкая работа и профессиональная, руки профессиональные.